после всего, что я видел, мало что может меня удивить. Но это преследует меня до сих пор. Я расскажу, как все было. Поначалу все строилось как обычно. Дом с привидениями, экстрасенсы, церковь, демоны, спиритические сеансы. Но, сука, Джеймс Ван показал, что он любит хорроры больше всех. И что снимать он хорроры умеет так, что почти никому не уйти с сеанса из кинотеатра без собственного телесного сеанса мурашек. Понимаете, начиная с картинки, тут и почти что ощутимый тлен, скверна, реалистичный распад внутренностей дома, который одновременно и правдивый, и такой сверхъестественный. И окружение вокруг дома в целом, что уж там. Тут и кадры, с какой стороны он демонстрирует персонажей, с какого ракурса, переключение сверху, а то, как он снял сеанс чревовещания, да он мне из головы... Сука! Джеймс Ван. Да, одна актриса из главных ролей, жена экстрасенса, сама экстрасенс, ангелов она в детстве видела. Да, есть пара моментов в фильме, когда не дотягивает дама, но ну и что? А девочку вы эту видели? Видели девочку? Это что-то запредельное. Это просто не укладывается в голове. Звуки. Ладно, что там картинка? Это звуки. Все постукивания. Струнно-смычковый оркестром, когда чуть-чуть поигрывают. И страх. И понимание пространства вариантов. Как с самого начала показал, что может быть вот все, что угодно. А потом еще раз показал. И еще раз. И ты не знаешь, из какой части дома в этот раз придет мрак. Ну, Джеймс Ван, ну ты и сука. И все. И сидишь два с лишним часа, как на иголках. Пугаешься этими джампскерами. И не знаешь потом, что делать. Как дома засыпать. Как вглядываться или не вглядываться во тьму. И не знаешь, что страшнее. А? Ладно. Рассказал, как все было. Пойду проверю, что там.